сегодня штор только заказала. Так. Я не могу найти одеяло. Подружка включалась на второй играет. Она говорит, город, в Лос-Анджелесе жила. Говорит, это город самый дорогой, дороже, чем Лос-Анджелес. Завтра матч в 19:00, поэтому... В принципе, мы утром с вами достаточно в курсе. Широко времени располагаем, поэтому в 10 часов начнем нашу утреннюю тренировку полтора часа, и после этого собрание. Понятно, да? Now, please. Yes, we have 2 hours, okay? And tomorrow our match 19 o'clock. Yes, it's morning practice. We start at 10 o'clock, okay? Все, 10 часов. Все, тогда давайте за работу. От связки сейчас ко мне подойдите. Пошли. Динамо. Казань. Могу на камеру. Надо только из-под тишка, из-за угла. Давайте готовимся. У нас 12. Чет. Оп. Что ты его снимаешь? Что ты его снимаешь? Я сегодня... снимаю. Нет, ты его снимаю. Больше всего снимаешь сегодня. Все старые. Спасибо. Давай, давай, поехали, готовимся. Браво!
Два доигровщика. Вы в приеме, атака 4-я зона, центры, атака из 4, атака из 2. Вторая зона атака, первая зона атака. Да. И внимание, в какой-то момент вы можете перейти в 4-ю зону, в этом случае вы перейдете в зону 2. Окей, хорошо. Индивидуальная атака. Да, 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 да. Хорошо, поехали. Нет, сейчас работаем, внимание. Передача любому пойдет. Да. Любому. Да. Да. Центральный, 2, 4, любому. Нормально, нам. Давай, давай, поживее. Хорошо. Быстрее смена, поживее работаем. Не так долго будет. Убрали, убрали, следующий прием, давай. Знаешь, кто там участвовал? Это Маша Зайцева. Маша Зайцева из две Маши, которые красная и белая. Или там. Я понимаю. Мама, я танцую. А я знаю песню. Маленькая девочка Полли ела дома все конфеты с алкоголем. Чего? Да, да. Это неправда. Сейчас работает как третий номер. Все, пожалуйста. Ты направление помнишь? Свое отрабатываю, да, какие-то моменты. Ну, диагональ. Хорошо? Да, внимание, хорошо. Сейчас после первого момента дать паузу, чтобы смена у нас прошла. Хорошо? Окей? Хорошо. Два было. Есть. Оп. Есть. Оп. Они обязаны закрыть стрельбу. Вот ты страхуешь сразу. Закончил пробежку. Сейчас.